На товарной базе открылся гуманитарный склад «Капельки добра». Волонтеры и раньше оказывали адресную помощь нуждающимся, но теперь они получили возможность помочь большему числу саровчан. Состоялось открытие склада благодаря поддержке главы города Алексея Сафонова и депутата городской думы Дениса Щербухи. Приносить можно практически все, начиная от еды и заканчивая мебелью, то есть вещи, одежда, обувь. Все можно приносить. Единственное, конечно, чтобы эти вещи были не без трудновыводимых пятен, с починенными молниями, пуговицами. Особенно востребованы посуда и постельное белье. Женской и детской одежды набралось достаточно. А вот мужской и одежды на мальчиков-подростков не хватает. Воспользоваться помощью могут многодетные семьи, семьи с детьми с ОВЗ, инвалиды, малоимущие и все, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Никаких справок, никаких подтверждений мы не просим. Если человек пришел за помощью, значит, она ему нужна, и он может ее получить. За месяц работы склада сюда обратилось порядка 20 семей. Волонтеры приглашают неравнодушных саровчан оказать посильную помощь капелькам добра. Если у вас есть время, есть возможность, то можно помогать не только вещами, можно помогать делами. И такая помощь всегда будет нужна, всегда востребована. Очень рад будем пополнению нашего коллектива. Гуманитарный склад «Капельки добра» находится на товарной базе. Все, кто хочет оказать или получить помощь, могут посетить склад в часы его работы. Среда с 18 до 20 часов и воскресенье с 9 до 12 часов. Телефон для связи 8 905 665 88 45.